вторник у нас базар. Базарный день. Пришла я с матушкой на рынок. Она выбирает картошку, лук. Наложила уже. Я ей деньги в руки подала. Она сейчас стоит. Да, такая? Шорты я исправила. Мятная футболка тоже моя. Полиция ходит. Ну, в общем, что-то объявляют. Ходили мы с ней, шли на рынок по верхней улице. 30 лир взяли. 30 лир, так как колодец, ты что-то не потащишь, что ли? Килограмм, ты на что? 30 лир, это как-то нормально. Килограмм это много. Картошки да лука взяли. Кабачки надо? Там зеленые есть, кабачковые. Не знаю, оладушки кабачковые. Мастер приехал. Ну, иди выбирай. Что тебе надо, все смотри. О, мандарины уже появились. Ну-ка, я попробую. Ирлан. Надо взять, мне кажется, мандарины. Аланья, мандарины? Давай возьмем килограмма два. Ну сколько положишь? Пасет Люцфен. Где? Вот, положи. Ну так это хорошо. Кислёхонькие. А они какие должны быть? Сладкие, что ли? Не надо. Сладкие, кислёхонькие мандарины всегда были с этими. Кабачки какие мелкие, какие хорошие. Вон персики еще надо взять. И персиков сразу убери. Что у него, пакет это платный, что ли? Почему он их не положит здесь? Пакет. Лир на входе по 10, так они это покрупнее бери. Ну все, давай. На, вот тут у тебя. На 70 я по-любому хватит. 32. Все по одной цене, ага. Все по одной цене, да. И это 15, это 15. 2 лиры? Ага. Есть, есть. Вар. Открывай. Выра. Угу. Подожди. Давай ставь сюда. Персики. Ты хотела дыню? Давай, держи деньги у себя. Там много. Там можно много чего купить тут. 1000 лир. Покупай, ходи. Можешь, нет, пособиться с телегой-то. Тут все с телегами. Давай. А зачем она нам нужна? Выраба. Борщ? Свеклу же надо еще. Свекла здесь не такой. Вон там свекла тоже есть какой. Двери какую-то надо. Вон половину же можно купить. Да, вот видишь. Арбузы же тоже половину не продают.
Давай, чувствую, ты маешься с кошельком-то. Деньги тебя тяготят. Целый есть? Мы бы голубцов могли сделать. Ну, мама, каких голубцов? Ну, голубцов с фаршем. Ну, зачем они нужны? Есть. Тебе вкусно было бы, да? Не знаю, тоже мне кажется, очень вкусно. Да, мы хотим. Давай, Белечек, надо. Я чувствую, телеги-то нам не хватит. Ты серьезно? Ты вот... Бери, бери, бери. Бери. Та-та-та-там. А чеснок ваш? Да, его. Сколько надо? Иди, бери, выбирай сама, что тебе надо. И свекла, а ну там свекла уже другие. А кач кило? Вот 47 кило я. Вот это вот, сколько? Килограмм 15 грамм. 15? Так, подожди, ну мало, наверное. 55 грамм. Вот хватит дома. 55. Угу, угу. Подожди, эти 40 дала. 40 это мои. Во? Все. Ты полоумный, что ли, меня считаешь? Ну, неужели это? Ага. Все. Неужели я такая же полоумная, как и ты? Вон свекла. Вот, бери. Свекла только здесь продается, нигде ты ее больше не встретишь. Вот они висят. Майонез продается, да? Майонез продается. Свекла сейчас в таком ходишь быть? Мама, нет. Я тебе сказала, что я хочу, ты не привезла это. Говорит, в следующий раз приеду, буду знать. Она собирается приезжать сюда регулярно. И бери. Что тебе надо? Бери. Это не его? Его все это. Ребята, медики. Поливали зелень, все у них пролилось. 22, Ермики. Угу. Ики, Варвар. 2 лиры. Угу. Давай, подожди. Мам, это 50. Я не вижу. Мне надо 4 дать. Вот, 2 даю. Тащи кюрлер. Там денежки-то при себе держи вот эти вот. Будешь рассчитываться ходить. Там ничего не помнется? Зелень, давай я понесу в руках. Персики костяные, ничего с ними не будет. Мягкие. Мягкие? Думаешь, сладкие, да? Не знаю. О, как хорошо. Почистил. Че? Помидоры, конечно. Не надо концентрата. Давай. 8 дорого. 8, нет, хорошая цена. 8, нормальная цена. Мне кажется, ей нравится тут ходить управляться. Она ж такая, как генерал. Пропасть всех помидорка вон там.
Ну-ка, сбоку-то какая-то темная. Нет? Ну видишь, мама, уже вздулась. Давай смотри, хороший товар. Во, нормально. Помидоры еще на борщ. Да правда что? А он тут принимает. Да, да, на 10 лир. Хорошую делай. Угу. На 10 лир. Чтоб килограмм был. Нормально, нормально. Зачу тебе зададут? Окей, окей. Тут больше, чем килограмм? Кило 100, что ли. А вот ты по весу чувствуешь? Угу. Они же обманщики. Дерись. Гранаты, иди смотри. Ну почему не потащим? Мы можем там положить поаккуратнее, у нас войдет. У тебя хватает денег на дыню, я тебе еще дам. Пробуй, иди вон там. Колупни ножом-то. Поставь телегу, никто ничего не возьмет. Нет. Где подешевле? С ножа не ешь. Толкнет кто-нибудь и пропоришь себе горло. Ну, знаешь, толкнут со спины. Наверное, хорошо. Там бы я посмотрел. Там сколько? 15? Тут тоже 15? Нет, это еще первый ряд только. Ну, это конец выход, там же еще ряды есть. Ты не будешь брать дыню-то? Ну, потому что там дешевле есть. Ну, давай, пойдем посмотрим. Может, и дешевле есть. Баклажаны мы еще не издержали, у нас дома есть. Да? Ну, нет, что-то другое. Такой большой. Я такого не видывала. О, сколько винограда. О, вина бы сколько сделать. О, мама, где ты? Мама! А вот ты хотела виноградка, чтобы была, чтобы кожурка-то была мягкая. Ты не хочешь посмотреть? Чтобы виноградка, кожурка была мягкая. Вот ты не хочешь, мне кажется, он мягенький. Он как бы нет? Такие шлиши. Ну ты говорила, в Узбекистане не такой. А там у тебя много дома еще виноград? Одна веточка. Ты можешь сегодня легла бы спать, помыла и лежала бы, ела телевизор. Смотрела. Непригодный? Сладкий. Не хочешь взять? Пойдем, все. А, подожди, подожди, вот твой, любимый фрукт продается. Ну вот. Будешь брать, дорогой, фрукт? А подостой, подостой, подожди, а ежевику не хочешь? Не-не-не. Почему? И почему ты ежевику-то не любишь, что ли? Я тоже не особо, если честно. Вот наши аланийские бананы. Тебе не нужна веточка? Ну, мы с тобой планировали тебе смузи делать. Ну, возьми маленький хотя бы пучок бананов. Нет, не хочешь? Вот тут тоже можно дыню пробовать. Медовая, медовая дыня, 7 лир, а там 15. Повернись ко мне. Нормально?
Güzel. Güzel. Süper. Süper adam ya. Süper. 10 numara 5 yıldır. Hı hı. Kalite karpuz kavur. Tamam karpuz güzel. Sen gel geldim. Yakup burada güzel oradan. Kavun güzel. Şu. Да большая. А? Мама, что ты за голоса слушаешь? Я не знаю, что он тебе прилип. Вот, конечно. О, мама, он думает, что это алкаш с собой. Он что это за джентльмен такой? Мы не знаем его. Одну, вот. Иди. Кило и кило, кило. Диртаны, 7. Тамам, тамам. 19. На. Сколько? Пока... Сколько это ондокус? Кач? Ну покажи. Одну лиру. А, 20. 20. Угу. На, 20. У тебя есть? 20. 10. 20. А, 21. А, 19. Все. А она зелень-то куда бросила? Ты зелень-то сюда бросила? А что ему сделать с зеленью? Что ему сделать? Нет, 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 нет. Не-не-не. Он... Ракы? Ракы? Рус. Рус. Рус, рус. Это тюркис. Ага. Давай, все. Все, все, все. Достаточно. Надоело. Слышь, нет, отвяжись уже, надоел. Посмотри, какой чесночки на где. 5 рублей. 5 лир. 5 лир, это получается 15 рублей. 8. Ну и что? Вот 7 слева видные. Клубнику, клубнику бери. Не желаешь, что ли? Надо попробовать. Вот 20. Ставь, что ты ел. Нормально? Мне еще деньги-то не кончаются. Как у нас. Как у нас? Бери. А, полкило. 5 кило. Полкило. Полкило. Ага. Все, дур-дур-дур. Да, тебе. Сколько? 15. 15, давай, 15. Да, чек. Его тоже? Да, чек. Шеф? Патрон? Да, патрон. Ага, ага. Все. Ой, 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 ой. Ой, вот еще будешь рассчитываться сейчас. А что такие деньги в ладошке-то не заканчиваются? Перцы, посмотри, не желаешь? Ну, крупных сейчас нет. Ну, а на борщ? У вас есть один. Нету? Не знаю. 15 даже дорого, там дешевле было. Где там были? Там были по 18. Афия, то есть он. Маленькие чумаски. Мама, мама, кукуруза. Как хочешь. А вечерком бы сварила себе. Соль у тебя дополна. Она пересаливает всю пищу. А тут себе бы окунула бы ее. Я могу ягоды понести.
кукурузу наложи, ну хотя бы два початка возьми. Или у рынка, или на пляже бери, мне без разницы. Ну ты бы хотела вечером иногда кукурузу съесть? Может быть, на завтрак? Кукурузу на завтрак. И я сразу же убегу из дома. Она будет варить, я уберу. Не знаю, ты видишь, продавца нет. Да. Вон там пакет, вон, не знаю, может, это он пришел. Можно, наверное, брать, если продавца нет. А, биртаны бишь? Да, 10 лир. Одна штучка 5 лир. А там 15 на пляже. Риджайдерим. Клади ее, она же... Я ягоду-то вот понесу. О, персики у нее посыпались. Чего не посыпались? А у меня было, знаешь, время? И мандарины по дороге у меня бежали. Машины их давили, у меня все пересыпалось. А знаешь, как мне жалко было? Я набрала мандаринов и целый пакет высыпала. Не пугайте. Фрэ-гэ. Характерная. Откуда, думаете, эти люди? Знаешь что? Можно вот здесь сока взять свежеотжатого. Давай берем. Берем давай. А, это же не килограмм, он их не продает, он сок из них делает. Килограмм? Давай берем. Берем, берем. Это очень лучше. Лучше, да? Один белый, один зеленый. Почему один там? Побольше берем. Нормально, пробуй. А, пожалуйста, вот Итнар. Итнар Сью. Биртана. Бир? Кючук? Да, кючук ворда. 10, тамам. Он не рая. Еще один. Биртана. Тут же забирают. Давай, говорит, я буду пить. Тут же оздоравливается. Прекрасно тебе? Всем советую. Всем советую? Угу. Спасибо. Так обалденный. Да, что ты взял? Сколько? 35 лет. Угу, хорошо, хорошо. Все. Вот. А ты что, гранатов мало там взяла? Нет. А что ты побольше не будешь взять? Хватит? Нет, ну мы сюда сможем прийти только... Мы сюда сможем прийти только во вторник. Ну, я чуть-чуть. Ну, туда нужно, наверх идти. Ну, пойдем. Бырн. Сдачу возьми. Всем, говорит, советую. А давай еще возьмем? Угу. 65. Ага. Надо рассчитываться будешь что-нибудь. Прекрасный сок, да? А подожди, а стой, а давай еще чуть-чуть оздоровимся. Может быть. Ничего больше нету. Мерава. А, вы помните его? Алая базар, супер базар. Эй, мерабалар. Все, мистер, пока-пока. Пока-пока. Гуляй-гуляй, görüşürüz. Пока. Это клубника для меня кормил, помните? Из грязных рук-то я ела клубнику. Вот. Один раз я его видела в кальянной.
подошел такой ко мне, как к подруге. Я обалдела. Ты на этот же рынок, на эту же, где картошку брали. Пойдем туда. Пойдем, хочешь, пойдем там еще походим. Там, может, что наглядишь. Огурцов тебе не надо? Маленькие они берут для долма его. А мы дыню забрали? Дыню забрали? Вот это вот прямо полицейский участок, видишь, забито, вот. Управление. Мудруглу, управление, ну типа нашей службы ППСМ. Двадцать. Виноград, говорит, не будем брать, есть у нас. Ну там есть такая еще такая богатая кисточка. О, сколько баклажанов. В тюках. О, товару сколько. В ящиках, в ящиках. Мама. Мама. Надо туда зайти вовнутрь, потому что там отдел, тебе варежки надо для бани. Кабачки не будем брать? Нет, кабачки нет. Вон, поглядите, сколько помидоров. Сколько помидоров испорченных. Ухи. Еще типа продаются по 3 лиры. Че вообще что ли? Совсем одурели. Рыба тоже там продается. Рыба тоже там продается. Да. На запах иди. На запах рыбы. Я не слышу. Купим другого хлеба. Давай, если ты найдешь его. А батон. Батон-то и у нас продается в Айзбир. Батоны-то везде одинаковые. Вот сюда нужно пойти тебе. Вот смотри, вот здесь мочалки. Я думаю, что и лавочки, эти варежки тоже есть. Поставь телегу, никто не возьмет. Конечно, никто и никогда не возьмет. Вот этот вот ароматное что-то. О. Ой, какое мыло. Что? Ну вот, значит, такая нормальная цена. Восковое мыло. Такое розовое. Вот оливковое мыло, которое я тебе дарила. Зеленое мне было. Я тебе два куска дарила. А, ну значит, тут еще один. И не понравилось тебе? Ну ты мойся. Давай возьмем дома, чтобы такое было. Не хочешь? Хотя у меня там есть еще. А мыло, это из чего? Из чего? Мам, а мыло не хочешь? Здесь. Мочалку, блин, запотемила. А так ты мочалку-то берешь, а мыться, чем мыться-то будешь? Грязно. Эй, грязно. Эй, слышно, это грязная. Эй. Все грязные, что ли? Пошли, там у него чистые, дома мужика купят. А ну, мыло, вот там мыла такого нет? Ну, бери тогда мыло, тебе надо? Нет, у меня есть. Ну, у меня... Ты скоро уезжаешь?
когда ты пять раз придешь? Она говорит, подожди, я попривыкну. Она, ее ничего не проймешь, она будет... Что ты? Продлюбили этого человека, идет он опять, бежит за мной. Бежит за мной. Ягоду-то забыла. Тут же мыло, тут же херня эта пробьется. Еще черную надо. Такую же, только черную? А за черную тебе зачем? Там есть черная, там. А зачем тебе черную? Может, это черная, это хорошо, не видно грязи. Мешочек надо, мешочек? А, пакет. Кичук. Кичук пакетик. Угу. Ну, ты шокерлер. О, супер. А ты не хочешь никого в подарочек такой? Спасибо большое. Ты какой-нибудь в подарочек варежки? Кому? Вот закирка даже. Вот закирка. Блять, к закирке. Ага. Мам, ну что ты, здрасте, к какому закирке? Ты давай, он сейчас смотрит, и что он мне тебе подарок. Подарка. Мам, ну что, мало ли, что он тебе сказал? Ну какому закирке? Ну, ты Таньке лучше купи что-нибудь. Вот. Закирки. Что, ладно, нет? Ты, та... Подожди, стой. Ты варежку Таньке купила? Еще купила потом от дома. Таня, да? Ну так ты купи себе еще хотя бы. Одну Таньке купила, себе не купила. Ну так еще. Мы сейчас выйдем опять на рынок. Ну только вот знаешь, к полиции выйдем. Рыбу будем брать? Ну давай. Ну пойдем в другие ряды. Вот там еще, не хочешь туда зайти? А, там стрелочка, вот сюда заходить. Вот такой сок, у меня прям все терпко. Пойдем еще выпьем сочку? Нет. Мне очень понравился сок. По 10 лир. Хорошая цена. Пойдем, может он нам надавит еще? Тут недалеко же. А что у нас с тобой будет длинное насыщение организма? А вот тут, подожди, сыр тут продают. Сыр? Ну, такой магазин, очень хороший. Цены здесь очень хорошие всегда. Тебе надо сыр? Mm-mm. Хочешь, давай бери батон. Иди про... А, тебя хорошо выгодно держать в качестве носильщика. Не хочешь? Потрошков? Ну, какие-нибудь. Можно понести, руках у тебя еще рука есть. Сейчас туда рыбу. И что будем делать? Стой. Да. Знаешь что? Стой. Тут знаешь, вот там услуга есть, чтобы они сами пожарили. Жарить яиц прямо? Можно с собой на вынос. Ну что это у тебя с яйцом? Я откуда знаю, что я не видала, что за рыба. Пойдем. Нормальный этот, нормальный мужик. Мы у него рыбу брали. Не раба. Анне. Угу. Мам, рот-то можно закрыть? Не смотреть, как это. Он почистит. Нет, это не караси. Вы один. Вот у тебя через 5 лет у тебя будет такое же лицо, как у него. Вы очень похожи, посмотри на него. Ой-ой-ой-ой-ой. Мама, поближе еще к нему подойди, бля. Лякушка. Что ты это сделала? Ну что ты к нему так близко подошла? Ну что за распутная женщина, блядь, приехала? Вот вы как два брата-близнеца. Иди так с ним, так хорошо смотрелась с ним, с этим алкашом. Вот.
Торгуйся с ним. Не-не-не. Ики. Ой-ой-ой-ой-ой. Это два. Ой-ой-ой, не знаю, что там она собралась сделать. Скачу. А тут персики 25, а там 15. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрите, а мы по 15 взяли, точно такие же, тут 25. И вот таких вот не было, тут 30. И разные. Она уже вон руки моет в воде. Это же, иди там, проверяй, что он делает. Мам, бери только то, что тебе нужно. Чтобы ты уехала, у меня ничего не осталось. Мне не надо это. Если тебе надо это есть, ешь. Мам, ты не хочешь сейчас зайти посмотреть, что они делают? Нормально все он делает? Говори, чтобы он нам голову подарил в подарок. Говори, что ты блогер, пускай тебе говорят, дают голову. Пожалуйста, подержи. Пожалуйста, не трогай это. У меня сумка чистая. Ты там бара была с рыбой. Что-что? Тащил куда-то. А ты за что с тобой идти? За два стейка? Да. За что? 740 грамм. 740 грамм. Она сколько? 140 грамм. Качкило. Угу. Бери, значит. Подожди, сколько? 185? Ты шокер нет. Дай ты шокер. Вот такая неподъемная телега там. Рыба. Так. Виктория, давай я Викторию поищу. Давай я эту телегу. Я пробую. О, привет. И раба. Остынь. И Емисин. Семгочки. Не рублей, а лир. Ну да что ты, Кузя? Так-то лира не по рублю, ни один к одному. В смысле, успокойся. Вот хлопушка тебе не надо? Тебе надо, может? Мне вот надо. Бери. Ну да, что, не повезу же? Ну а почему нет? Давай. Иди. Что тебе нужно еще? Перец еще и все, если надо. А может быть перца хорошо. Что? О, тут хороший крупный. Поставь сюда там. Не знаю. Возьми там 2-3 штуки и пускай он тебе. Даст.
Возьми 2-3 штуки. 2 таля варил 15 лия, варил 15 лия. В смысле не ори? Тебе этот мужик в салоне, когда тебе дубленки, ты очень лояльна была к нему. Хотя это одного поля ягоды. Я даже разницы не вижу. Я считаю, что люди, которые работают на рынке, они более порядочные, чем которые работают в магазинах, там, где продают дубленки. Мошенничество в других размерах совершенно. Ты уже тут? Я не могу. Видео. Да, я блогер. Путин, мерава, Путин. Вот. Вы видите? Вот. Вот. А с Мертом возникали проблемы из-за Путина. А с этим сразу же. С козырей пошел. Вот какой. Ты говорит, Руссия, Путин, Мираба. Кричит мне в камеру. Давай пойдем. Убери руки. Давай. Руси. Убери руки. Ну и вези. Хоть что-то сделаешь полезного. Я просто иду. Вот ягодки, сумка, вот все. Все остальное она несет. Рыбу там, все прочее. Дыню себе купила, персики. Ну там что она купила? Я вам показала, что она купила. Что-то покупала. Морковь, картошку, лук она взяла. Зелень, капусту. Такая маленькая. В золотом браслете сидит. Мама, мама, может, еще сколько-то выпьем? Ну смотри, чтобы у тебя желудок, чтобы не скрутило тебя. Подожди, стой. Ну, если не станет хуже желудку, то... А, гранаты ты же себе еще взяла. Что-то мало она гранатов взяла. Это он пел. Мираба! Мираба! Пойдем по верхней улице, да? Что, тяжело тебе? А я вот примерно столько же тащу всегда на пляж. Такие тяжести каждый день.